Здравствуйте, дорогие мои друзья! 6 декабря. В Англии у нас установилась уже такая прохладная погода. Но это мои цимбидиумы. И они по-прежнему у меня на улице. Видите, как хорошо за лето подросли растения. Вот я показываю вам 3 из своих цимбидиума. Всего я покупала 6 растений в прошлом году. Видео есть на моем канале, как выглядели эти растения, друзья. Все лето я содержала их на улице. В начале марта я вынесла их, и они на улице до сих пор. Я думала, что я буду их пересаживать, но вышло так, что я их не пересадила. И мои растения по-прежнему, как вы видите, в покупных горшочках растут. Все из них. Я не пересадила ни один. Но, несмотря на это, растения очень хорошо подросли. Смотрите, какие хорошие кустики. И, к моему счастью, многие из них заложили цветоносы и цветочные почки. Сейчас я вам это все покажу. Рассмотрим, к примеру, вот этот вот цимбидиум. Как вы видите, очень хорошая есть здесь цветочная почка. Здесь тоже было, цветонос был, но, по-видимому, слизни его испортили. Этот цветонос я заметила еще в сентябре, но он так и замер. Наверное, слизни здесь его на кончике вот подпортили. Но меня радует то, что все-таки был шанс к цветению. Как вы видите, вот такая хорошая цветочная почка. И само растение хорошее. Здесь на этом столике еще 3 горшка с моими цимбидиумами. Они тоже не пересаженные, как вы видите. Вот наружные горшки, а внутри те горшочки, в которых покупались цимбидиумы. Именно вот это растение, которое вы видите здесь, уже имеет 2 цветоноса, к моей радости. Я ничего не убирала специально для съемки, друзья. Не обрезала листья, не убирала сухие листочки, которые падали с деревьев. Все как есть. Они продолжают у меня быть на улице. Давайте посмотрим цветоносы. Как вы видите, вот здесь есть один цветонос. Видите, какой? Хорошо видно, я надеюсь. Это к моему счастью. Я этого не ожидала, если честно. Потому что, друзья, мой канал вообще-то не об орхидеях. Мой канал о садовых растениях. Но меня очень они интересуют. Именно садовые орхидеи. Цимбидиумы, они не садовые орхидеи. Они предназначены для выращивания. Вот здесь тоже, видите? Еще один цветонос. Видите, какой хороший. Вот. То есть на этом растении 2 цветоноса, уже прямо-таки цветоноса. Видимо, этот сорт какой-то более ранний, потому что все они содержались в одинаковых условиях на улице. И на улице они и сейчас. Говорю, уже холодно у нас. 8 градусов тепла днем, а ночью 2 градуса тепла. Градус уже был даже 0. Как вы видите, там вдали георгины мои в горшках уже померзли. Надо убрать это все. А цимбидиумы не замерзли. Цимбидиумы, даже цветоносы не замерзли. Я не прятала их, когда был 0. Я продолжаю их содержать на улице. Кто-то может подумать, что я как бы издеваюсь над растениями, но нет. Почему я это делаю? И мне тоже хочется вот что-то такое попробовать, друзья. Пробовать выращивать такие цветы, такие орхидеи, которые могут расти в саду. То есть мне хочется попробовать их иметь как именно вот садовые растения. Вот если они всю зиму у меня хорошо перебудут, будет очень хорошо. Я все вам это сниму и покажу. Вот давайте посмотрим еще один горшок с цимбидиумами. Вот еще одно замечательное растение. Здесь немного темно. Я его сейчас вам сблизи покажу. Вот давайте посмотрим, что здесь. Вы видите, сколько здесь прекрасных цветоносов. 1, 2, 3. И видите, вот листья еще на этом
растения из деревьев. Все так, как есть, друзья. Даже ничего я специально не приукрашивала, просто хотелось вам поделиться с вами тем, что у меня есть, какой результат. Мне нравится. Видите, я уверена, что вот эти вот цветоносики должны дать хорошее цветение. Видите, какие они? Как интересно за ними наблюдать. Вот здесь вот уже цветоносы большие, а здесь то же самое содержание, они меньшие еще. На других растениях, возможно, только почки. Там я раньше вам показывала. То есть сколько у меня цветоносов и цветочных почек. Вот на этом растении один. Здесь уже цветоносы есть. Еще есть вот здесь одно у меня растение. Вот третий горшок. Давайте его посмотрим. Вот третий горшок. Здесь тоже есть что-то подобное на цветонос. Но, возможно, это и не цветонос. Я уже не помню, как это было все в начале, друзья. Но само растение хорошее. Ничего не подгнивает, друзья. Цимбидиумы на улице у меня. И все отлично. Почему я еще решилась вот на такое вот содержание их на улице, именно в Англии? Потому что, друзья, в прошлом году, в июне, проходя по одной улице в Лондоне, я видела цветущие цимбидиумы, друзья. Именно в июне, в жару, огромный куст цимбидиума в горшке, который был на улице у людей. Это был общественный дом. У меня есть фотография, я сфотографировала всего лишь мельком. Я покажу вам эту фотографию в видео, и вы посмотрите. Это вдохновило меня. И я решила вот тоже попробовать их так вот содержать. Если, конечно, будет мороз большой, минус 4, минус 3, я занесу их в консерваторию. Но все остальное время они у меня будут здесь, в саду, и я не буду их прятать. Я посмотрю, как будут вот эти вот цветоносы. Выдержат они или нет содержание на улице. Был ноль, они очень даже хорошо перенесли. Видите, даже не подмерзли. А георгины уже почухли, погасли. Вот, друзья, такое небольшое видео сегодня о моих цимбидиумах. В дальнейшем я сниму, как они себя чувствуют, и все вам расскажу. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. У меня очень много интересных видео о садовых растениях. Я люблю все растения, которые красиво цветут. Вот, друзья, как красивые цимбидиумы. Даже вот в декабре в саду зеленые листья. Они совершенно не требовательные орхидеи. И если я проверю их на выносливость, если они вот действительно в Англии вот так вот могут быть в саду, как думаю я, это будет очень хорошо. И цимбидиумы – это одни из таких вот очень устойчивых растений. Никаких хлопот с ними. Все лето они были на улице. Я специально возле них, как говорится, не играла, не плясала. Они вот так вот росли у меня в этих горшочках, которых я купила. Конечно, я их пересажу в этом году. И стояли вот в этих вот кашпо. Я немного их удобряла, но не сильно. Я не скажу, что я их прямо кормила удобрениями. Их поливал дождь, друзья. Я периодически выливала воду из этих вот кашпо. Вот и все, что я делала. Вредителей на них я не видела никаких. Возможно, слизни немножечко подпортили. А цимбидиумы – это красота. И в этом году, если будет возможность, если я увижу, я еще куплю себе их. Они очень мне понравились, друзья. Возможно, я повторяюсь, но я показываю вам цимбидиумы в декабре в саду, когда уже нету цветов. Они прекрасны. Кстати, те цимбидиумы, которые я видела на улице в Лондоне, тоже в настоящее время продолжают находиться на улице. Поэтому я рискнула. Тот куст цимбидиума уже многолетний, там множество ростов, горшок прямо трещит от них.
и там было множество цветоносов, друзья. Это меня вдохновляет, поэтому я попробую.